10 мая на улице Силкина у дома 54 водитель женщины на машине «Мерседес» съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель и пассажир-мужчина получили телесные повреждения, госпитализированы. Все подробности ДТП уточняются. Второе ДТП произошло в 21 час 20 минут на улице Южное шоссе, 4-й километр от дома номер 1. Водитель, молодой человек 2005 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, превысил установленную скорость движения, отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего совершил съезд на обочину. В ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля 2007 года рождения. Молодого человека госпитализировали, а девушку после медицинского осмотра отпустили домой. Сотрудники ГИБДД отмечают, что большинство несчастных случаев на дороге происходят из-за несоблюдения скоростного режима. Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит вследствие несоблюдения водителями установленного скоростного режима. Поэтому водителям нужно однозначно понимать требования дорожных знаков и соблюдать их. 24 мая в 13 часов на стадионе ИКАР состоятся традиционные соревнования «Безопасное колесо». Участники – члены отряда юных инспекторов движения. Победитель городского этапа поедет на областные соревнования. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.